Тюменская стоматологическая поликлиника номер 3 готовится отпраздновать день рождения. Учреждение работает уже 45 лет и стало лучшей клиникой в своей сфере по итогам прошлого года. О новых технологиях и методиках лечения зубов Юлия Убаженко. Микроскоп помогает увидеть даже небольшие трещинки на зубе. 3D-диагностика, компьютерное моделирование, лазер. Здесь сосредоточены лучшие технологии в стоматологии. Это отбеливание. Оборудование с ювелирной точностью попадает в цель и за один раз удаляет зубной налет. Мы используем самые новые, самые топовые методики, которые есть сейчас не только в России, но и в мире. Новейшее оборудование, в том числе и материалы. То есть постоянно идет замена у нас на что-то более новое, на более лучшее. Третья стоматологическая поликлиника работает с 1976 года и сейчас готовится к юбилею. За 45 лет компания превратилась в инновационный центр стоматологической ассоциации России. Сначала услуги оказывали только детям, а теперь и взрослым. В учреждении работают 70 специалистов, которые прошли повышение квалификации в Израиле, Японии, США. Прием ведется в трех филиалах. В планах открытия четвертого. К этому юбилею мы подходим, конечно, приходим с очень хорошими показателями. У нас, во-первых, появился аппарат компьютерной томографии, лазерная стоматология. Сегодня мы полностью при ортодонтическом, ортопедическом лечении, хирургической стоматологии перешли на цифровые технологии. Лечение платное и по полису ОМС. Пациенты, которые приходят в стоматологию, помимо красивой улыбки, могут получить еще и подарок в честь дня рождения поликлиники. Сейчас там проводят розыгрыш. С 1 по 30 ноября все пациенты, которые проходят лечение в нашей клинике, могут заполнить анкету, подписаться на наш Инстаграм. И 1 декабря мы подведем итоги розыгрыша. Победителя ждет приз – путевка в загородный клуб. Подробности по телефонам стоматологической поликлиники номер 3. Юлия Никифорова, Сергей Жернаков, Тюменская служба новостей.